Привет, это канал IT User Help. И сегодня в этом коротком видеоуроке я хочу показать, как в стандартном антивирусе Windows, Windows Defender, либо Windows Защитник, либо Microsoft Defender, Microsoft Защитник, много названий, кто как называет, как в стандартном защитнике Windows добавить файл или папку в исключение. То есть сделать так, чтобы какой-либо файл пропускался сканированием. То есть бывают такие ситуации, когда вы знаете точно, что какая-либо программа, файл, либо папка совершенно точно безопасны, они пришли из достоверного источника, но тем не менее стандартное средство защиты Windows, Windows Defender, перемещает ваш файл в карантин и не давая никаким образом запустить его. Для этого, для решения этой проблемы, нужно добавить файл или папку в исключение. Давайте посмотрим, как это сделать. Я создал папку, которую мы хотим добавить в исключение. В ней, к примеру, наша программа, которая совершенно точно безопасная для компьютера, но тем не менее Windows Defender ее переносит в карантин и не позволяет запустить. Для этого мы нажмем «Пуск», перейдем в «Параметры», левая кнопка мыши, зашли. Далее «Обновление», «Безопасность», левая кнопка мыши. Далее левая кнопка мыши «Безопасность Windows». «Открыть службу «Безопасность Windows», левая кнопка мыши. Здесь «Защита от вирусов и угроз». Далее нам нужно перейти в пункт управления настройками. И пролистываем страницу почти в самый низ. И видим под меню контролируемый доступ к папкам. И гиперссылка управления контролируемым доступом к файлам. Левая кнопка мыши, нажимаем и переходим в некоторое подменю. Точнее, не контролируемый доступ к папкам, извиняюсь, а исключение. Следующий пункт – исключение. Также гиперссылка у нас есть, добавление или удаление исключения. Левая кнопка мыши, заходим. И здесь видим список всех файлов, это я когда-то добавлял, которые добавлены в исключение, которые эти файлы Windows Defender не сканирует. Он позволяет их запускать. Нажимаем здесь плюсик, добавить исключение и выбираем, что мы хотим добавить. Файл, папку, тип файла, либо процесс. Чаще всего нам необходимо добавлять именно папку. Соответственно, все, что внутри этой папки, все файлы также будут добавлены. Я нажал папку и далее мне нужно выбрать рабочий стол. Вот она, наша папка. Это та папка, которую мы хотим добавить в исключение. Левая кнопка мыши, выбрали. Все, теперь наша папка появилась. Мы можем ее найти. Вот, в одном из списков есть наша папка в исключении. Мы можем раскрыть этот пункт, нажав на... И на, мы можем выбрать удалить. Удалить мы не удаляем нашу папку. То есть я нажал удалить, наша папка не удалилась, она удалилась из исключений. Вот, после того, как мы добавили в исключение нашу папку, при сканировании Windows защитником, эта папка более не будет сканироваться. Еще хочется отметить такой нюанс, что не следует делать в исключение добавлять, если вы не уверены в источнике программного обеспечения. Это вполне себе может быть вредоносное ПО какое-то, которое навредит вашим данным, вашему компьютеру, операционной системе и так далее. Поэтому делать это следует только в тех случаях, когда вы точно уверены в безопасности вашего ПО. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.